have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, и мы с вами опять в красном секторе. У нас есть вот эти два места, ведущих наверх. Попробуем сейчас одно из них. Я посмотрел на вот это третье место красное. Не то, что посмотрел, а посмотрел, как оно выглядит. Я немножечко вспомнил, что там было. Я пока не хочу туда идти. Мне кажется, у меня до сих пор чего-то не хватит, чтобы туда добраться. Так, вот здесь мне уже вполне хватает. Что-то там... А, это подо мной ползают эти штуки, это я помню. Там... А, опять зона высокой температуры, серьезно. Печь. Я снял автопочинку, Карл. Я же не думал, что тут такая подстава опять. Ай! Нифига! Оно прям... А как ты достаешь через... Все, 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 я понял. Во-первых, тут без автопочинки точно делать нечего. Во-вторых, черт. А вторая часть тогда что? Она такая же? Так. Вообще ни разу не фан. Чуваки. Дайте немножко деталек. 19 мне хватит на две починки? 9 уходит на одну. Да, 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 9 уходит на одну, понял. Но я могу почти полностью починиться, ладно. Выглядит так, что я сюда могу тоже зайти. А тут у нас уже тьма. А, нет. Отлично. Ну, давайте тут пока что походим, потому что... Ту зону нижнюю я проходил больше как исключение, что ли, потому что она осталась. Но мне все-таки кажется, нужно добрать третий элемент кулинта вот этого. Ёлки-палки. Поверхность. Тут все в черепах, смотрите. Разрушенная поверхность. Меня жизнь к такому не готовила, вы чё? Тут есть какой-то NPC. Дайте-ка я до конца дойду, я не знаю, что там будет. Причем на улице полнейшая тьма. Тут ни роботов, ни мобов, ничего вообще. Просто... Да? И вход обратно. Я оказываюсь в этой территории. Блин. Бункер. Последний бункер. Нет, это очень круто, но в бункер я сейчас не пойду. Я попробую зайти сейчас в эту штуку. Блин. Привет, детектив. Осторожнее, мелкий, там на улице дождит. Машины не очень-то любят... Не очень-то хорошо переносят дождь. Вот почему большинство помещений построены под землей.
Только риперы могут жить здесь. Они бороздят поверхность, ищут между обломками чего-нибудь хорошенького. Одинокое существование. Ну и оно и освобождает. Да, в этом мире существуют и другие места. Аркадия не единственная нация, которая появилась после упадка человечества. Как думаешь, как я сюда пришел? Я просто оглядываю ассортимент. Скоро ухожу. Никогда не знаешь, что может тебе понадобиться в дальних землях. Если так об этом подумать, я принес свое увеличительное стекло из одного из таких магазинчиков, как этот. Да, это уже повторяется. Ладно, у тебя что-то можно купить? Привет, аркадианец. Ты искал это место или наткнулся на него случайно? Не стесняйся. Что думаешь о пейзаже снаружи? Он отвратительный, не так ли? Осмотрись. Если тебе что-то понравится, мы могли бы поторговаться. На нем что-то выгравировано. Так. Взрыв наносит больше повреждений, давая возможность. Бла-бла-бла, да. Хорошо. Человеческий череп. Второй уже. Я его куплю. Нет, конечно, мне нужен еще один синий слот. Хотя, погоди, нет, это не слот, это чип. Да, укрепляет тело и расширяет окно неуязвимости. Я сначала подумал, что это дополнительный синий слот, но нет, это броня. Хорошо, я куплю череп. Да. Не знаю, не спрашивайте. У меня их уже два. Зеленый. Ну, тогда, получается, мне не хватает, ну, синего, что было бы логично. Visit resting. The dead. На одном написано «посети». Отдых, на втором мертвый. Ясно, понятно. Так, у тебя, значит, сколько тебе надо денег, чтобы у тебя все выкупить? 1500. Там нужно 1200, тут нужно 1500. Черт. Это интересно. Мне нравится, что игра умеет удивить. Ты не знаешь, что будет дальше. Это очень приятно, когда игра умеет так поступать. Ну тогда мне, получается, тем более сейчас нужны деньги. Мне нужно в районе 3000. Поехали. Будет 3000. О! Нет, залезь. Мне надо еще выше. Тут ничего нет? Не верю. Вот не верю, ребят. Ну как так-то? Че, можно только через... Только через там попасть? Вот эта огненная зона, она выглядит очень сложной. Очень сложный. Знаете что? У меня сейчас два варианта, куда пойти. Последний бункер. Хо. Давайте-ка я навещу еще вот это вот место, вот этот тупичок. Я не знаю, что он мне даст. Вернемся, когда я туда приду. Я тут случайно пришел в такое место. Вот оно находится здесь. Оно было у меня открыто. Ну, я просто зашел сюда, а не было ни знака секретика, ничего. А тут оказывается такая штука. Во-первых, ржавый ключ. Во-вторых, о, опять привет. Я тут немножечко продвинулся с нашей последней встречи. И также накопал несколько древних человеческих артефактов.
Большинство из них бесполезные. Ну, я один для тебя оставил. Хочешь? А, ты его уже подобрал? То есть он ключ для меня нашел. Красавчик. Я забыл про это место вообще. Хорошо, что я сейчас сюда пришел. Давайте, я думаю, все-таки починюсь. Ты классный. Cool story, бро! Пофиг. Срубил с него денег на собственную починку. А там тогда что? А! Здрасте. Я заберу. Никто не против. Я без двойного прыжка я сюда вряд ли бы мог допрыгнуть. Спасибо, что сам приехал. Я заберу. Но неплохо, 2 сотни. Так. Получается, большой брат следит за тобой. Туда очень трудно добраться, если вообще возможно. Потому что это вертикальный бросок, а не горизонтальный. Нет. Мне чего-то не хватает. Мне обязательно туда надо попасть. Черт. Так он по мне не попадает? Я бьюсь головой, зараза. Возможно, мне нужен чип, который дает больше. Я же не могу вверх телепортироваться. Не могу. Там что-то офигенное. Мне это надо. Ладно, тогда знаете чего, ребят? Пойдемте-ка мы с вами сейчас в этот фиолетовый проходец. О, а тут что? Последний бункер. Давайте туда смотаемся. Кстати, я сейчас пробегал мимо Волта, и смотрите, что я увидел. Вот этот бот, которого мы освободили, он сидит и, не знаю, я бы сказал, управляет, но вряд ли управляет, это укрепляет, а он, я думаю, он тупо пилит этот замок. Я думаю, оп-оп-оп, надо бы с вами поделиться такими новостями, это выглядит чрезвычайно странно. Так, денежку мы закинем, у нас уже 4 сотни, сохранюсь. Сейчас, если ничего не случится, я пробегу, посмотрим. Вроде урона мне никакого не наносит. А пойдем дальше, включимся, когда будем вот тут, возле последнего бункера. Ну что ж, мы здесь. Я думал, мне придется что-то взрывать. Вот эта стенка выглядит крайне подозрительно. Очень подозрительно она. Ну, смотрите, там же не хватает кирпичика. Ладно. Теперь мы можем сюда попасть. Пока никакого перегрева я тут не вижу. Я не знаю, что они делают. Я не хочу знать, что... Не хочу знать, что они делают. Такие же паттерны, как мы видели вон там, вверху, когда мы пришли с поверхности. Ладно. Давайте тогда полазим по бункеру, потому что бункер от нас ничего особенного не требует, в отличие от той красной зоны. Пока что, по крайней мере. Ох. Так, да, там можно наверх, хорошо. Ну, успокойся. Фига себе ты танк. Они, кстати, не сильные. Ну, по хпшкам. Ёлки. Бомбит.
Что? Блин, меня сейчас убьет нафиг. Погодите. Нахватался урона прям вот в никуда. Кстати, а почему я вдруг такой богатый? Ладно. Да иди ж ты! 3 урона на танк этот надо. Хорошо. Их можно такими взрыв... О, вот-вот-вот, мне туда. Погоди, тут... А что тут? Вообще случайно! Какая нафиг кассета, вы о чем? Кусок старой человеческой технологии. Устойчивый к внешним воздействиям. Вообще случайно. Я не знал, что там надо сделать. Нет! Да ну! Да ну я же нажимаю прыгнуть! Ну прыгнуть! Я эти деньги никак уже не получу. Ладно, карта. Вся верхняя часть. Отлично. А, ну та, тут нам еще уже и больше делать-то нечего особенно. Ага. Есть еще вот эта вторая верхняя часть. Схавал просто лицом. Они же не за... Они не заспахнутся, ладно. Никто, наверное, не предполагал, что я буду приходить с этой стороны, что ли. Хотя, на самом деле, чертова. Ну, тут мы... Все сделали. Хотя эта музыкальная комната очень... Ой, блин. Нет! Ой, ну, хоть денег с этого всего получил. Ну, хорошо, нам наверх. А ты... Я тебя раньше видел? Я же вроде тут был. Я сейчас просто по глупости уже схватил урон. Ну и куда? Давайте починимся, что ли. Пойдем наверх. Что мне делать еще? Блин, чиниться по девятке так-то дорого. Возможно, существует чип, удешевляющий починку. Кстати, это была бы тема. Это я не туда пока что. Это я... Угу. Мне немножечко раздражает одна маленькая штука. Сейчас я вам попробую. Не это. Когда ты появляешься, ты можешь моментально двигаться вперед-назад, но при этом не моментально... Ай, не та кнопка. Да ну... Вот это, кстати, еще одно бесит. Не моментально прыгаешь. Во-вторых, с тебя засчитывают урон гораздо раньше, чем ты приземляешься. То есть... Вот это сейчас было нечестно, потому что я же телепортируюсь на одном уровне.
Да иди ты нафиг! Это очень сложное место. Вот сейчас было такое. Мне пришлось двойной прыжок использовать. Потому что я уже успел туда побежать, но не успел... Извините. А сколько у меня должно быть прыжков, чтобы я туда доехал? Так тоже не работает. Тогда это все, что я делаю, это бесполезно, потому что... Нет? А я могу с... Вот как это можно было пройти. Идите к черту. И все это за вот этим. Я даже... Это мне сейчас еще вернуться надо будет. Не, ну вариант, конечно, подохнуть. А где я заспавнюсь? Ты... Дай... Нет, вот это бесит. Я же нахожусь в телепорте. Фиг ли меня бьет-то? Понял. Да ну почему ж ты... Я реально тут оставил сейчас все 300 деталек на вот этих вот глупых починках. Где я заспаунюсь? Да, хорош! Это реально бесит, потому что... Починись, пожалуйста. Потому что... Движение вперед-назад срабатывает сразу, а прыжок срабатывает не сразу, потому что ты только начинаешь бежать и уже и нажимаешь вперед и прыжок. Вы же понимаете, что это импосибру? Нет, ребят, это так не работает. Да, я потеряю сколько там деталей. Где я оказался? В принципе, ничего. Сейчас мы туда дойдем, погодите. Ну что ж, мы опять здесь. Кстати, за местных мобов дают довольно неплохие деньги. Это еще не всех убил, когда я пришел сюда. Но я набрал, смотрите, почти 150. Это я еще и починился. О, тут можно их сбросить. А там сохранение, да? Это настолько раздражает. Ну, не то чтобы раздражает, а прям вот этот момент. Я мог бы вот здесь загрузиться уже, мне не пришлось бы бежать. Ладно, а ты кто, дружище? Оно пытается убежать. Я тебя видел. И тебя видел. А куда мы сейчас? Ну, допустим. Какая-то столовка. Я так задолбался готовить всякие железяки. Мне нужно готовить настоящую еду. Так же, как в старые дни. Неужели я так много прошу? Мне нужно просто ощущение... Мне нужно опять просто почувствовать еду. Чувак, если когда-нибудь найдешь настоящую еду среди всего этого металлолома, дашь мне знать, ладно? Вообще, да, насчет квестов. У нас там где-то сын потерявшийся, где-то... Кстати, насчет сына потерявшегося. А чувак в огненной клетке.
Это случайный сын, потерявшийся из... Я уже даже забыл, где это поселение было. По-моему, здесь было это поселение. Нужно будет во всем этом разобраться. Так, The Kitchen, оно у нас, по крайней мере, отобразилось. А, фишка в том, что я заново вижу NPC только тех, кого я сейчас уже посетил вместе с этим вот радаром NPC. А, вот эти вот ребята, например, вот здесь, они у меня не отображаются, этот город. И, по-моему, вот эти улитки... Минуточку, в водяном уровне можно было куда-то пройти. А почему я этого не заметил? Или, возможно, пройти нельзя, и мне не хватает как раз вот этого длинного прыжка. Давайте сейчас прям, если мы туда не пойдем. Но нужно запомнить это место. К тому же я такое в прошлой серии смотрел внимательно. Все везде. А это проглядел, то что в водном уровне можно куда-то пойти. Оно, кстати, недалеко от вокзала. Мы сможем запросто потом туда подойти. Там какая-то мега-мина летает, если что. Нет! Да хорош! Нет! Отпусти меня! Там какие-то кровавые руки. Кстати, это интересно. Руки-то вполне людские. Ну и тут мы выходим на поверхность. Они просто отрубаются и пытаются тебя убить с собой. Неплохо так. Тут я просто хочу замкнуть круг. Да, тут мы выходим на поверхность. Окей. Значит, у нас тут осталось не так уж и много. Есть вон наверху поворот и выход в новую локу. Ну, в закрытую, по крайней мере. Не знаю уж, насколько она новая. Давайте посмотрим. Я раньше почему-то не пользовался этими взрывами, я просто забыл про них. Оно у меня отложилось как способ куда-то проникнуть, но я не пользовался ими. Бах тебе в лицо! Вентиляторы какие-то. Так, это еще выше? Минуточку. Ну, давайте сходим. Да, у нас там посередине проход остался. Мы к нему вернемся. Наверное, это он и будет сюда вести. Посмотрим, кто знает. Офиг ли ты заспаунился? Или это что-то... Вокзал! Ой-ой-ой-ой-ой. Вот спасибо. За это прям спасибо. Потому что в этой части у нас прям вокзала вообще никак и нигде не было. А, кстати... Что еще немножечко... О, вы опять заспавнились. Что опять немножечко странно, что у нас... Босса как-то давно не было, что ли. Нет, в прошлой серии мы с вами убили босса... Где? Вот тут вот. Да, в тупичке. Который нам типа что-то дал, но что-то не то. В огненной локации босса не было. Возможно, он будет вот здесь как-то, я не знаю. В огненной локации босса не было. Ну, как бы, черт с ним, что его не было.
Правда, мы там вон в то местечко не попали, но я сомневаюсь, что оно куда-то дальше идет. Это, думаю, там просто какой-то бонус лежит, и все. Итак. Тут мы можем в две стороны сунуться. Я зря столько много врагов пропускаю. Мне деньги нужны, они дают неплохо так денег. Даже мелочь дает по 10. Фигли. Двумя взрывами. 19, 19. Неплохо, кстати. В смысле, а что за секретик? Может, и там надо было взорвать так... Ох, это босс. Блин, я накаркал, да? Здрасте, это я заберу. Один фрагмент капсулы у нас здесь... фрагмент капсулы у нас... Где оно было? Вот здесь. Может, здесь тоже надо было рвануть, чтобы проехать? Я, по-моему, до этого не додумывался. У, там улица, смотрите. Все разрушение ведет к созданию чего-то нового. Это была искра, которую человечество зажгло 200 лет назад. Так, это получается, я нашел две части. Сюда быстро проехать никак не получится. Нет. А, фишка в том, что там оно указано как босс. Но сделать я ничего не могу. О, здравствуйте. Сделать я с этим ничего не могу. Давайте еще чуть-чуть совсем посмотрим. Я понимаю, нам надо заканчивать уже серию. Тварь, зачем ты меня бьешь? Зачем ты меня бьешь? Ну, блин. Получается полностью новый район. Я даже... Я туда нормально не попаду, пока не убью эту фигню. Она просто за два удара убивается. Вот, это не взрыв, это тебя просто подбрасывает. Кстати, смотрите, красные, зеленые, синие кнопочки. Возможно, типа три черепа. Сказано, что это босс, но я его не могу оживить. Так. Это я уже иду в неизвестную локу. Тогда нет. Я сюда сейчас не пойду. Я хочу кое-что проверить. Давайте, ребятки, на паузе. И сейчас вернемся кое-куда. Во-первых, это немножко не то место, которое я думал. Во-вторых... Черт, я так и не знаю, как получить вот эту штуку. Блин, вы же не заспавнились тут все. Я специально зачищал все место, вы чего? Блин, оно все тут заспавнилось. Я, кстати, очень активно стал сейчас пользоваться бомбами. Не, как бы, блин, смотрите, оно не заходи. Оно для фарма, это место офигенное, смотрите, 5 сотен вообще из ничего, я...
Я не знаю, как получить этот чертов осколок. Сейчас посмотрим. Да успокойся. Посмотрим еще вот это место, секундочку. Да. Погоняйтесь тут за мной. Во-первых, так. Во-вторых, вот так. Ну что, штука у нас, кстати, есть. Ладно. Получается, вот этот секретик я пока не знаю, как получить. Вот этот, который под нами, вот эти два, вернее. Это которые рассчитаны на длинные прыжки. А вот этот на воде. Давайте просто сейчас глянем опять же на него. Мы не так далеко. Ну, относительно, конечно. Мы не так далеко. Сейчас вернемся после паузы. Во-первых, я проходил мимо вот этого чувачка. И вроде как у меня есть 1200, пока мы здесь. Давайте я у него все скуплю. Бомбтастик получил ачивку. Просто чтобы, я не знаю, появится у него потом что-то в ассортименте или нет, но пока мы здесь и у нас есть 1200, я у него все закупил. Поехали дальше. Заметил еще одну такую странную штуку. Я когда чинюсь, я охлаждаюсь. По-моему, раньше было наоборот. Мне кажется. Ладно. Вот это местечко. Я уже успел один раз получить по щам. Оно... Вот это, кстати, наверное, и есть мой длинный прыжок. Фрагмент капсула. Кстати, знаете что? Смотрите, гайд. Как почувствовать себя дураком? Я вам сейчас расскажу. Находите место, в которое можно исключительно телепортироваться. И не телепортируйтесь туда. Ладно, минутку. Если просто попробовать. Нет. Нет, вот смотрите, здесь такое не получается. Хотя... Я могу сюда, например. Фига себе. Тут я бы и не пролетел. Неужели это та самая последняя сила ЛТ? Zipline across the distance. Вот оно. Вот та самая последняя сила, которую я думал, что мне ее дадут позже. Я ее сейчас получить не смогу. Значит, мы немножечко сейчас с вами закругляем. Чувак, сюда, пожалуйста. Сюда. Я не хочу, чтобы ты мои деньги уронил. Они роняют мои деньги. Тогда. Просто пока мы здесь. Сейчас мы вот тут вот. Ну-ка. Я понял. А это в прыжке работает, интересно, или нет? Еще и как. Да? Нет, я кнопки перепутал, стой.
Нет, ну, наверное, это реально. Ёлки-палки. Да, ну ты чё делаешь-то? Не... У меня сейчас серьезно просто геймпад соскользнул. Нет, вы чё? Я понял. Так, ладно. У нас есть звуковое сопровождение. Чуть-чуть не дотянул. Я уже вижу, как это можно сделать. Я достал. Так, коснулся земли. Окей. Во-первых, вот это. Аккаунт Элджиса. Механизмы запрограммированы с одним пониманием. Эти миры играют вокруг сингулярного уравнения. Elders, ну, старейшины названы Grand Calculus. Это на латыни что-то, большое вычисление, что, ну, не знаю. Единственное, для чего это нужно, это баланс всех вещей. Я попал, по-моему, в... Если вы мне скажете, что туда можно было попасть так, я вам не поверю. Хорошо. Офигеть. Ладно, еще одно место, ребят. Так, пробуем. Да. Сюда тупо телепортацией можно попасть. Это... Я бы мог бы даже сказать, что, наверное, это бесит. Потому что, ну, это же так логично. Я не знаю, я просто иногда забываю, что у меня есть некие умения. И такой, чё, как туда попасть? Почему это так? Ну, все же гораздо проще. Да хорош, уйди от меня. Так, а мне вот сюда вот сейчас. Я понимаю, что серия немножко затягивается, но я не могу остановиться играть, потому что вот эти вот откровения, которые ко мне приходят, они уж слишком такие. Мне хочется пойти сделать, мне хочется пойти... Я не могу даже ждать до следующей серии. Вот в чем проблема. Наверное, это проблема. Теперь, я так понимаю, что у меня есть три кусочка-то. Да. Фух. Итого 7 хпшек. И меня еще и... как новенького сделало. Так, хорошо. Теперь, какие у нас могли остаться места? Давайте, как обычно, в конце серии посмотрим, куда же мы можем слазить-то. Мы можем... У нас вот тут есть место, но там, по-моему... Черт, я не уверен, там просто бонус или нет. Я, наверное, как-нибудь... Я даже не уверен. Я, возможно, как-нибудь за рамками серии... Это не будет не в этот раз. Просто как-нибудь за рамками серии побегаю...
Нет, это будет точно не в этот раз. В этот раз мы, во-первых, с вами сохранимся, во-вторых, приедем вот сюда, в последний бункер, потому что именно оттуда будут идти наши дальнейшие исследования. Из последнего бункера. Теперь у меня есть все. Да. У меня есть два ключа, кстати, которыми я пока нигде не воспользовался. У меня есть... Это то, что везде... Итого. Я пойду, наверное, открывать вот эту вот последнюю территорию бункера. Так полагаю, что, возможно, на территории бункера мне дадут последний кулант, что было бы логично. И с помощью последнего куланта я тогда смогу попасть вот в эту красную зону, потому что у нас их осталось, по сути, только две. Вот эта и огненная. Собрать мы уже все собрали. Чувствуется, что подходим, ну, не к концу игры, но так как минимум в последнюю треть мы уже вступили. Я же говорю, мы когда с вами пооткрываем все зоны, или как минимум вот эту вот мы дооткроем, посмотрим. Я, возможно, за кадром пробегусь по всяким таким маленьким закоулочкам, которые, скорее всего, просто или бонусные деньги, или какие-то, уж не знаю, вот эти вот атомы. Пишите, что вы думаете вообще на эту тему. Блин, я просто в восторге. Игрушка настолько шикарная, настолько обалденная. В нее хочется играть, играть, играть. Она затягивает все дальше и дальше, черт побери. И также интересно, что это за босс у нас сверху. Я думаю, что, возможно, это какой-то секретный. Ну, раз он находится в таком месте, куда трудно добраться. И у меня ощущение, что он откроется, когда мы приобретем или, ну, скорее всего, купим третий череп. Просто мои соображения, мысли вслух. Ладно, все, ребятушки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек, всем покеда.